Так, значит, идем снимать рой. Вот, добрался я к машине. От машины у меня к дереву, где стоит ловушка, метров 100, чтобы не тащить все в руках. Вот, значит, у меня тележка. Значит, большая веревка, метров 30. Куча разных веревочек дополнительных, на которые там будет цепляться, то ли страховка, то ли что-то подвязывать, все оно надо. Значит, приготовил я ножик, отвертка, ножовочка маленькая, топорик. Хотя можно и без этого, но это я все беру с собой. Значит, леска. На конце лески вот такой вот грузик. Это надо для того, чтобы сначала мы, допустим, закидываем вот этот грузик. Точнее, у меня не закидываю, я это с рогатки выстреливаю этот грузик. Он перелетает через ветку. Так, через ветку перелетает и вниз опускается. Потом к этому грузику я привязываю вот эту веревку и вытягиваю веревку через ветку. И веревка как бы на высоте там 15 метров, я могу добраться. Значит, вот такая у меня лестница веревочная. Я ее называю цирковая лестница. Значит, вот такой вот ролик самодельный. Так, колесо с чего-нибудь. Куча разных карабинчиков. Оно все пригодится. Плоскогубцы. Тут у меня еще разные вот такие вот саморезы или винты-саморезы, которые можно в дерево где-то вкрутить. Они тоже не помешают. Гвозди на всякий случай. Вот. И, значит, вот такая у меня еще есть рогатка. Сейчас покажем. О, и пчела прилетела. Кружится возле меня. 100 метров к ловушке, а она здесь кружится. Жужжит. Слышит, что хочет домой, в нормальное место, а не на дереве висеть. Так, значит, вот такая вот рогатка. Можно рогатку взять, кто рыбак, рыбацкая рогатка. Рогатка нужна для того, я же говорил, чтобы вот этот грузик запульнуть высоко, метров там 15 на дерево. Потому что так просто не закинешь ветки, а рогатка стреляется прицельно, нормально попадает. Значит, обязательно страховка у меня. Вот такой вот страховой пояс, тоже самодельный, с ремня безопасности в машину. Про страховой пояс можете у меня посмотреть на канале. Тоже есть видео, как пользоваться. Значит, вот эта штука, это на ногу одевается. А вторая называю под руки, под мышки. И, значит, вот это вот веревка где-то, сколько тут, метра полтора, оно обхватывает дерево и сюда, значит, на карабин. То есть вдруг, если сорвался, то на дереве повис. Без веревки никак. Потому что можно и разбиться. Все, значит, все это пакуем в сумку. Обязательно. Перчатки. Потому что без перчаток никак. Одно, что забыл я маску взять. Да, без маски плоховато будет, но ничего. Конечно, только что ходил. Мошкары целая куча. Просто валом. Ну ничего, как-нибудь разберемся. Ну все, вперед. Все, на тачку все это положили и вперед к посадке.